утро. Точнее, не так. Я рад вас всех приветствовать на втором или во втором дне первого этапа чемпионата Краснодарского края по трофи-спринту. И такая ситуация, что я должен был сейчас снимать туризм, но я еду в туризм, потому что Валера вчера сошел с дистанции по техническим проблемам. Всю ночь делал машину, и сейчас Валера уже летит сюда. Быстро проходим техком и сразу в гонку, в туризм. Ну, а потом уже буду снимать. Так что, извиняйте, если категории туризм будет очень мало. Физически не смогу. Ну, и народу пока сегодня мало. Так что, фух, всем здрасте. Начинаем новый гоночный день. Морда еще крутит, зуб цепляет еще.
10-й круг, времени очень мало, бензин в тачке отливает, горку не может последнюю взять. На кайфе. Да, пусть катятся уже. Финиширую вместе с Олежей. Да не мод. Новые кроссовки. Не, ну, я что думал, водитель, а ты как видишь, штурман говно. Штурман. Вот он, аватар. Туризм заканчивает свое выступление, и мы уже, как видите, переодеты, потому что у нас оборвали передний редуктор, короче, на третьем круге сошли, не стали машину дальше мучать. Трасса стала интересная, в общем... у нас технический сход. Ну, такое бывает. Спокойно, размеренно. Категория спорт. 5 автомобилей. Хорошая траектория. Может, даже сам выйдет. Должен. Нет, все, копаться начинает. Грунт получается такой ил, земля с песком. Накатали, хотя был с утра пологий, со вчерашнего дня поменяли, и такой был пологий выезд. Вот. Категорию туризм, ребят, можете подробно посмотреть на канале Шекспирт. Смотрите, как Анатолий бегает, поэтому у него туризм хорошо там с нашими поломками. И с поломками других автомобилей. Вот. А стоит автомобиль, за него можно лебедиться, когда будет затор. Получается, когда не могут автомобили выехать, кто-то конкретно уже сел, тогда можно прицепить. Все, УАЗик выехал за два лебежения, в принципе, неплохо. И едет. Трасса у них осталась та же самая. Это был дагестанский УАЗик, Raptor 05, кто как понял. И теперь... Николай, станица Староминская, УАЗ на V8 от газона и на новых колесах. Это у него 37-я Ванда. Военные мосты без дополнительных бортовых, сильно порезаны, на каркасе весь. Две лебедки, одна механическая, одна электрическая. Как на турбонире стоит. Хорошая Ванда.
я вижу. Задняя правая не крутится. Молодец. Нверик, станица Раевская, Краснодарский край, АК на военных мостах от УАЗа, двигатель V6 от Ниссана. Да, тише, 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 тише. Что за пушка? Правая передняя не крутит. Может, не блоки нет. Сейчас скатывать! А выйдет. Не выйдет. У него тонна 200 вес. Сегодня в туризме эта машина уже взяла первое место! Что он творит? Как он там проехал? Поломал крепление генератора, сейчас заварили в перерыве, и он поехал. Что делает? Так, заканчивает первый круг Raptor 05. И готовится к старту вершина. Это из эки. Ох, как ситуация. Экипаж из КБР. Вершина. И заключительный участник категории спорт Нива Шевроле из Республики Кабардино-Балкария. Центр! Центр, центр, делай центр! Центр, центр! Да, стащила! Вторым прибывает на второй круг, точнее вторым заканчивает первый круг Нургали. Смотрите, как за два дня там горы. Да ладно, да ну да, ну как он это делает? Ошалеть. Три дня копаю, три дня все лебедятся, ну-ка едет. Мощный, мощный. Давай в отсечку пошел. Пушечка. Третьим первый круг заканчивает. Подъезжают участники из Дагестана, и получается у них это третий круг. И они сразу на круг обгоняют Николая из Старой Минской. Бах, АК вообще четко. Ну, проедь вперед, ну, чтоб не скатиться, вперед.
дверик, бля, опасно. Не, вправо вообще не вариант, там плавают уже все, все, сел. Видите, автомобиль просто плавает, он сидит на брюхе. Вот там котлован, то есть там одна колея и другая колея, ой. И даже УАЗик плавает, то есть вправо вообще смысла нет ехать. О как, Николай остается на створках. Смотри, что делает. У Нивы положительная плавучесть, он сейчас на плаву. Ну-ка, туда не езди, там накопали, сюда ближе. Плюс один участник в категории спорт. Не было его изначально, но догнал. Смотрим подъем. А, мы вчера хотя бы у нас это... Обычно, да?
а дагестанский УАЗ уже получается на четвертый. Ух ты! Как он зацепился вообще в момент. Шевик, блин. Шевик хорош. Еще. Вытянул. Молодец. Смотрите, как здесь какой мягкий грунт, что вчера первый день. И сегодня здесь ездили все своим ходом. И спустя вот несколько категорий, уже даже в этой луже, где ездил стандарт, Нивы не проезжают. Крестовина, по-моему, одна свистит, но это ерунда. В целом едет хорошо. Не нивовский мотор, конечно, теперь. Унверика. Четвертый круг, да, получается у него. С одной стороны, конечно, два дня гонок, это тяжковато немножко. Но, с другой стороны, есть большой ресурс времени между категориями, что вот ну-ка поломался, починился и дальше выступает. Это круто. Вот. Подхожу к следующему препятствию. Это лужа, где стояли все из Tourism Light. Здесь было, конечно, ну, размесили очень жестко. Выбрался Chevy Niva. Николай стоит. Здесь, к сожалению, пожарной машины нет. Скоростной сухой спецучасток Змейка. В категории экстрим ее сказали уберут. Не будет ее. И там много-много поворотов. Я могу ошибаться, больше 20. Вершина. Не выехал. КБР выезжает. Выехал полностью. Николай на мостах. У вас его на мостах — это зло. Так, у вас, у Николая заглох, не может завестись. А дагестанский Раптор 05 на уверенном лидирует. Могу ошибаться, но даже, по-моему, ну-ка его не догоняет. Но я могу ошибаться. А, кто знает, тот знает. Походу, звук у Нургали такой, что это провернутые вкладыши. Мотор не дымит, но характерный звук имеется. И, по-моему, тяга пропала у машины. Нет, с тягой все в порядке, но звук имеется. Так, как только проехал Раптор, сразу появился Нургали, Лебедица, но заглохший, по-моему. Догонял, шел хорошо, но что-то случилось. Ух! Вот это было сильно! Вот это было сильно! На CST CL28 ездит Анверик, 35-е. Две кабардинские Нивы. К сожалению, стоят. Хорошая лебедка, залог успеха. А как еще один мой друг говорил, самые лучшие колеса — это лебедка. Четвертый пуск. Не, скользит. Пытается завести на лебедке, но из-за того, что скользко.
стартер отказал. Это был трос, и был он там. А он все, как бы, он себя эвакуирует. Ну, Коля же выезжал, так что там тогда определяй. Да, я понял. Ну, как бы это надо изначально обговаривать, никто ж не говорил. Ну и, конечно, ждем сегодня в категории экстрим. 5 автомобилей, Барбос, Гамач, 05 Дагестан. За ним, по-моему, стоит. Сейчас, секунду. И все черные, одинаковые. Пират, Грозный и Бамблби. Ну, все эти автомобили знают. Много раз видели. Так, по техническим. Мосты лапы, как правило, Volvo. Здесь V12 от Toyota. Естественно, там на фолинках, на гидрообъемном управлении, разряженные триподоры. Вот, хорошая. Ну, многие ее знают, любимица многих. Здесь новый штурман в этом году. Вместо Юры теперь Леха из Ростова. По-моему, на ЛСе. По Гамачу, Пирату и Барбосу информации у меня немного. А если быть точным, то вообще нет. Я думаю, что они все примерно на УЗ-ах, на V8. Аккуратно, он может выскочить. По краешку. Отлично. Я думал, будет хуже. Сам заедет? Ваши ставки, господа. Леха готовится штурманить. Куда закрой, дальше тащи! Так он же едет. Нет. Очень крутой. Гамач, дагестанский экипаж. А там глубоко сразу под склон такой идет нормальный. Какая техника будет у дагестанцев? Тут штурман не выбегал, теперь вышел. И Бамблби приезжает на второй круг сразу. Неплохо. У них, видимо, в большой разрыв в стартах, то есть по 2-3 минуты. Не зацепился Леха. Блин, наверное, все-таки своим ходом никто здесь не поднимется. Хотя сейчас докопаются, здесь все время заливали.
Так и перевернуться можно. А вот и Грозный. Саня, сам не пробуй, таскает, ляжешь. Только на лебедке. Затроил мотор, затроил. Че, прыгнет, смотри. Ебик! Оторвало ШС. Какой кардан у нас, все тут нахуй подрывало? Нет, не нужно. Ты успел хоть привязаться? А? Кровище течет. И стекло. Ты хоть успел привязаться? Я да. Это ну еле-еле. Все-таки сработало у них, да? Я на одном был. А тут он один. Я на одном закину там был. А что ты на полностью заспел? На трамплине вот так вот, щучкой. Там вот все тормозило. Почему? Скорость не тормозил. Нет. Ну я понял, я слышал, что не тормозила машина. Он мне этот самый, я в тормоз, а она нихуя, либо вообще не тормозила. Ну да, после ВДИ. Такие колеса останавливают таким тормозным диском. Ну я этот, не Миша, я торможу, мне Миша, тормози, тормози. Давай перевернем, пока он ничего не делает. Так, а что, я его заглушил. Сейчас все равно затечет. Ну давай перевернем. Ну что, за каркас, за крышу и туда. Лобовое. Это он подлетел щучкой и мордой воткнулся. И через крышу кувырок. Я да. Давай, давай. Давай, залини его. А куда он? Не выходит.
А такая-то опадывать, вы ее на руках унесете. Давай, давай, давай. Давай, может, приподнимем, хвост выдвинуть. Че все мощные пацаны. Отходите, пожалуйста. А сейчас выломайте еще и стойки. Надо как-то подвинуть его везде. Еще и стойки выломайте. Попробуйте, ребенка. Не, его выворачивает мост. Не вари. Ну, поэтому нужен трактор. Так. Леха, что-то намотали. Ну что-то разматывает. Что делать? Дай роспись. Не, не надо. Дима, не открыл. Леха что-то. Я дерганула, блядь, его. Ты видишь, я дерганула его. Бери этот самый. Я вижу, сейчас. У них свободный путь, и что там у нее же идти, она же вертикальная, она тут сюда. Нет, ты просто мотор отмыкаешь. Пират. А все, и котлеты в этой луже не едут, потому что грунт злой. Намотал. Проблемы с лебедкой, вытащили трос полностью, сейчас исправили. Сорвал, думаю, что это такое? Опа, лесоро! Там же самое глубокое место. Да, да, да. Устали! Устали! Ибо стоят на радиаторе, ты улёг! Ибо стоят на радиаторе, ты улёг! Ибо стоят на радиаторе, ты улёг! Ибо стоят на радиаторе, ты улёг!
хулёны! Замотал. Да я хайд, я что? Война, это я! Да вот он сорвал его на... Это сербский. Ну, когда перевернутый, он сербский. Лёша, не торопись дальше, Лёша! Лё, чуть... Лё! Лево, давай! Да что ж такое-то, блядь? Дагестанский гамач, сход. Ну, что-то технические проблемы, видимо. Гамач, дагестанская команда, сход по технической, а коробка автомат не включается. На его фоне лебедится бульдог, там стоит грозный, разбитый. И едет пират, и сейчас где-то должен с речки подняться Бамблби. В общем, 5 машин. Две в гонке, бульдог потихоньку передвигается. В общем, я думаю, так оно все дальше и будет. Ну и вот с большим опозданием теперь подъезжает желтый. Экипаж желтого цвета. А почему не тормозим? Но это была странная ситуация. Зря туда. Там глубже. Глубоко. И вот так на фоне эвакуирующий, короче, на фоне эвакуации гамача ваш покорный слуга отработал 2 дня в полях на солнце, как вы видите сегодня, да, по моему фейсу. Категория экстрим, там чуть-чуть им осталось доехать, там 2 машины катаются. А я, ребята, заканчиваю этот видеоролик. Спасибо, что досмотрели. Спасибо всем, кто был за эти 2 дня здесь. Это было очень круто, это был отличный первый этап. Я думаю, будет хорошее видео. И ваши отзывы, конечно, подсластят пилюлю, которую я приму, чтобы у меня ноги не болели. В общем, ребят, спасибо всем. До свидания, до скорых встреч. Сезон будет лютейший, потому что нас ждет еще 6 таких же этапов в 2 дня и по 7 категорий в каждой. Это будет что-то. До новых встреч. Лайки, комменты. Кто досюда досмотрел, особенно респект. Всем пока.